канал нас просто уже замучила. Яма с какого, говорите? Яма с октября. Она просто вода льется к тому дому, все. Мы просто боимся, что там вообще там у нас там болото просто было уже в палисадниках таких. А у инцидент с машиной не слышали? Да вот я, когда это было, в субботу. Она провалилась-то, да? Ну, да, вот снег, они ее зарыли, там были ограждения, но они потом все свалились, и от ветра, когда особенно ветра здесь, и все. Четвертый месяц разрыли, что там забили колышки. И уехали. Завалили, нет, и уехали. Нет, они не заваливали, она больше, почти что около месяца стояла прям вообще открытая. Потом и приехали. Воды полно было. Полна воды опять, ям набралась, а приехали, откачали нам, погреба у нас залили, мы уже все из погребов вынули. А в погребах вот картошка не попортилась? Все там было. Ну все в воде было, вы из воды все вынали. Вы ничего не делает нам. Мы сами содержим. Все залили. То есть вы ничего не храните, да, в погребе? А где же ее хранить?